Приветствую, друзья, и я хочу поздравить своего сына Алена, психолога, который свой сайт выпустил. Ну, конечно, дети должны быть лучше, чем мы, родители. Ну, и я поздравляю с тем, что Ален идет не только по моим пятам, с детства занимается методом ключ, и профессионально его давно, много лет использует в разных областях, как психолог. Но он в некоторых областях меня перегнал. Вот поэтому я очень рад. Да, поздравляю Алена, своего сына. Я очень счастлив, как отец. Да. Очень здорово, очень здорово. Да. И этот сайт, я думаю, будут посещать, общаться с Аленом, да, вот это очень здорово. А теперь я хочу сказать, что Ален не только в таких вот моментах участвовал, когда надо людей спасать там или готовить к экстремальным ситуациям, но еще вот и обучал женщин, чтобы они родили более здоровых и способных детей. Ну, вы спросите, он там сам расскажет, потому что вот я вам скажу, что женщина, в отличие от мужчины, имеет меньше времени личного. И вот почему женщины, они отличаются от мужчин, у них нет личного времени, потому что, во-первых, когда девушка молоденькая, она все время думает, как быстрее выйти замуж, потому что срок у нее как бы ограничен, обществом навязывается, там надо выйти замуж, создать семью, родить ребенка, ну это женская функция. А потом родила ребенка, и надо с ним нянчиться, возиться, не спать по ночам, и вообще, как только он там чего, надо сразу проснуться. Ну, материнские функции. Короче говоря, женщина не имеет времени, личного времени. Это очень интересный вопрос. Это очень интересный вопрос. И именно потому, что женщина не имеет личного времени, а плюс к этому она очень эмоциональна. И получается то, что мы понимаем по поводу женщины, в отличие от мужчины. И когда кто-то пытается биологию не учитывать, а прямо утверждать что-то, что они одинаковые, ян и инь. Да, но это для меня немножко непонятно. Где-то они одинаковые, например, как граждане. Да. А как биологически, конечно, они имеют некоторые особенности, можно так сказать. Я очень люблю и уважаю женщин. Потому что если бы не женщины, меня бы не было и вас бы не было. Но точно так же это и к мужчинам относится. Если бы мужчин не было, и нас бы не было. Но в этом-то и вся суть. Где-то мы одинаковые, а в чем-то мы различные. Вот в этом очень важные особенности. Итак, Ален, еще раз поздравляю. Поздравляю. Я, конечно, тебе желаю делиться со всеми своими находками. У тебя их много. А, к тому же, ты еще и художник. Ну, короче говоря, у тебя много чего есть. Главное, что ты профессиональный психолог. До встречи.